по-прежнему лучшие в мире. Мне нужна твоя помощь. Интригующе. Семейство Каплетш ведет светскую жизнь на юге Франции. Есть женщина, которая внушила им, что она медиум. Ты же великий разоблачитель шарлатанов. Меня ей не провести. Софи рассказала обо мне такие вещи, которые она просто не могла знать. Я слышал, что она милашка. Она прекрасная ясновидящая. Я вижу мысленные образы. Вы не с Востока? С Дальнего. Учитывая, что ты Вейлин Су, это, черт побери, впечатляет. Вы талантливая обманщица. Вы думаете, что сможете уличить меня в том, что я обманываю людей? Стэнли не верит в спиритуалистов. Считает всех жуликами. Она милая, даже если и мошенница. Мои мыслеобразы словно в облаках. В кучевых или в перистых? Вы смеетесь надо мной? Мистер Таплингер абсолютно невыносим. Но не лишен обаяния. Как я понимаю, у вас сегодня сеанс. Ведь сегодня парад планет. Я призову духов невидимого мира. Подай нам знак. Чем дольше я наблюдаю, тем в большем я замешательстве. Я начинаю сомневаться в собственном здравом смысле. Ты всегда думал, что понимаешь окружающий мир, а я пыталась тебе доказать, что это не так. Расскажи-ка мне о бурном прошлом моей тетушки Ванессы. Я вижу члена парламента. Дальше. Роман. Ты не можешь ничего об этом знать. Я потрясен, Софи. Не думал, что ты можешь быть так прекрасна. Я считал, что в жизни нет ничего, кроме скучной реальности. Но ты доказательство обратного. Есть тайна, есть магия. Мы погибли! Бежим! Тетя приводила меня сюда ребенком. Крыша раскрывается, можно идти в вселенную. Это страшно. Вовсе нет. По-моему, очень романтично.